убивать, кроме демона. Теперь по хилам. Там не что демон, это за шаман за ЗО? Это ну, демон. Я. А, это не демон? Да я Афлик. Кто, кто такой шаман за ЗО? Это не демон. Четвертая патика вообще сейчас. Заходите. Не, это не демон, это бес вообще. Поставьте рыбу хотя бы, ё-мо. Есть разница, какую джагу бить? Паренька, почему ты не спросил, что за шаман не кричи, а вот именно про ЗЗО? Потому что я знаю, что это стоит самогон. И скоро тебе... Короче, теперь по хилам, Ренат, не кричи в свету, остальные все во тьме. Ёлка во тьме будет диспарить. Не-не, злой в свету, я во тьме. Сука, хуя. Нет, это без разницы. Ренат, ЗЗО в свету, остальные во тьме. Ёлка диспарит свет. Крына подиспарит вторую фазу свет. Фридом, какой педаль? Сами разбирайтесь. Да не зайдем тут, не зайдем тут тогда. Ну типа на второй и на третьей фазе? Или это когда? На второй и на третьей фазе. Окей, спасибо. Да, и на Фурика. Дайте рыбу. Так, что там, дайте каски, нету на варах каски, на ком-то еще нету каски. Что там, пристабав есть, дайте лапку. Зачем ты ее снимаешь? Я ее случайно снял. Там рыба есть у кого-то, можешь только ставить? Оставьте мамонта. Там... Шо? Если два пала будут бить одну джагу, что будет? Плохо все будет. Какая разница-то? Одна будет рейдхилить, а вторая ману резать. А дайте... кто каски бафает? Я предполагаю, что это психопат, потому что их нету. Дайте каски на ДК, мага и паладином. На паладине. Нахер вы снимаете каски дауны? Так, помогу еще каску, надо перегибить. По шаманам бахните каску, по шаманам, пожалуйста. А есть рыба, братья? Нету, теперь друиды. По шаманам нету каски? Нет, иди в жопу. В натуре нету. Да нету каски в натуре. Ну что поделать, идите в жопу теперь. Будете без каски дамажить и хилить. А у меня есть и прото, и каска, и кулак, и МВР. Все есть. Скажи, скажи. Так, все друиды, экстрим заливаешь ЗЗО. Клёна заливаешь, не кричи на второй фазе, когда зайдем во тьму. Дайте там каску, но не кричи, что-то он орёт. Не кричи, блядь. Давайте, заходим в зрение, чек на пул. Мелкий трэш напуливайте на Джон Лероя. Кант один, так что там не срывайте. Рыбу так и не дали. Батарея есть, там админка стоит, если что, в чат пишите. Так, блин, Клёна, псих, дай ему, пожалуйста, каску, не тяните время, псих. Злом готов? Дима, дай быстрее каску, тебя только ждем. Да он не админ. Бафни на 30 минут ему каску, не 10 минут. Джон Лерой, дай каску, по шаманам без прота будут. Все, давайте, все готовы, заходим в зарению, ДК начинай. На второй фазе, как выйдем в свет, присты и бьем все взрывом разума. Отошли от Калёна, смотрим, метеорит сейчас будет. Бежит, бежим, падает. Смотрим в лужу. Отойдите от Калёна. Кака там, бордюр, отойдите. Кака, вар, отойди. Мэрилин, Мерик, Мэрилин. Бежим. Через хвост возвращайся. Вот в луже. Байдергейз, выноси.
Давайте больше депа Халеона, потом трэш добьете. Так, ДК, заходи. Четвертый остается, рейд заходим. Так, тьма оставили в квадрате, чтобы последствия не убило. Готов. Жди. Заходите. Друиды, давайте инры своим шаманом. Следующую пропускайте лес, я ближе к морде выносите. ДК, потяни на себя Халёна чуть-чуть. Агро, агро, потяни Халёна на себя, два шага назад сделай. Вот так, стой. Пятьдесят два, готовьте свет, после резвия будем выходить. Будет метка, портал не залейте. Смотрим, метка на ком-то. Так, выходите. Сейчас после резвия выходите. Спальте. Алло, он опасно стоит. Так, в свету первая метка ровно назад выносится. Рост свету. Свет, рост. Рубикус, выноси. Сдайте свету. Дайте рост свету. Злой, рост, злой. Злой. Бежим. Трэш напуливайте, только не срывайте. Так, так. К хвосту носите, к хвосту. Давайте. Рост во тьме, играем по мелкому трэшу. РД бьем больших. Все, Халёна не бьем свет. Давайте, РД больших, мелики маленькие. Мелкие растут, отведи, отведи. Падаем. Джон, Джон, Джон. У нее напул какой-то, или у нее, или у него в ком-то проблема, короче, в напульщиках. Там не в напульщиках проблема, там мелкие выросли сильно. К свету Халёна плохо стаунтили. Ну, он их не танчит никогда, она не очень круто напулит. Ну, со слов Джириона. Ну, просто, короче... Три волны мобов, все три волны били, ну, мобов бьют всех подряд. Тут даже не кота не бьют, там, на первой части залом, на первой фазе чуть не умер. Дима проснулся. Почему это чмо в чате пишет, а не с нами рескатрует? БТ. Что, он КД сбрасывает себе, что ли? Не знаю, наверное, для него там он специально само скидывается. Слышь, жмук, там... Давай ты будешь танчить на второй фазе. Поклонский танчишь первый, заходишь в тьму, а Дартбейн будет на второй фазе танчить там. Ну, короче, будешь на второй фазе танчить. Блин, у меня тут нету этого танка. В смысле, Дартбейна нету? Так же мук, это не Дартбейн, Вань. Дартбейн это прицел. Дайте мамонта, пожалуйста, пожалуйста. Дартбейн, короче, будешь танчить так. А, Мерлин, где ты там? Все, ресайся, ты там обижаешься уже, строчишь РЛ у текста гневные. Ресайся, напуливай хорошо, и все. Тебя же никто не ругает еще. Мы пока не знаем, из-за тебя мы падаем или нет. Ну роги нету, блядь, это пиздец. Роги нет, у нас, да, просто один на пул. Поэтому вся надежда на тебя. Сейчас Бетельгейтс неслась. Постой, Бетельгейтс, ну хватит бегать. Твань пишет личку тебе, да, обиделась.
Да ничего не писала. Вот она, резко. На Джерри написала в личку, чтобы он морду завалил. А, просто с города Джерри, он сейчас пришлет к нему мужиков. Они его поломают. И они его нагнут, скорее всего. Ладно, хоть пацан девственности лишится. Так, ну вроде все, давайте чек на пол. Ты танков местами поменял, пускай Поклонский в свету нормально, он хилится. Ну, боится, там не устоит, сам попросил поменять. По тьму просится сам? Да. Пускай. У нас давайте чек на пол. Днем. Да я понял, с СКД, Клёна, где ты там, подходи. Виталик, ты тут, подходи, тебя ждем. Да, Виталик. Блин, ну, в идеале, конечно, кого-то из локов на Рогу или на Ханта отправить. Прям вообще нормально. Начинай. Мерлин, выноси. Бежим. Лужа в рейд, аккуратно. Так, на пола нету, не срывайте. Прицел, босс. Падаем. Че за тормоза у нас танки? Он ЛПшкой, наверное, промахнулся. Ну там же есть вторая ЛПшка. Это ж первый только Митя этот Галя. Ну. На меня кто-то СС с пула повесил. Сейчас СС висел Локи. СС, вы зайдете в Атьмон, с меня спадет. Вы должны при выходе его на меня вешать. Давайте дадим психу голос, пусть тиралит. Да я там включил все голоса. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. Да нормально, пускай Поклон танчит свет, все нормально будет. Что вы думаете о себе? Не в этом проблема, пусть танчат как хотят. Какая разница? Я вообще зачем, забыл, блядь? Я думал, что это третий пад не понял. А что делает Мэрилин? Скажите мне, пожалуйста, а зачем вообще нужен на пулы? Зачем нужны на пулы, если тут, ну, типа, ДК может вообще спокойно набрать агро? Тут там же не зерк тарзика. Я просто на 50%. На пулах на протопала, а не в ДК. Причем тут ДК? Она же на протопала мелких напуливает. Нас не на знаю, мелких убивает. Причем тут ДК, Ром? Я не знаю, почему они к ДК привязались. Ребят, напуливал с урвом 5.4, проблем не было. Ну, типа, Мерлин, просто выбираешь таргет Джон Лероя и взяешь, что у него, типа, на пул и град стрел, когда мобы в кучке. И все. Еще можно эту взрывную ловушку поставить. Будет в два раза больше. Да, она все это знает. Она просто, ну, девочка. Есть две категории девочек, которые нормально играют, быстро кнопки нажимают, а есть, которые как девочки себя ведут. Вот у них в личной жизни позову. Все хорошо, но у них не получается, понял. Звать Ливанятку? Ливанятку позвать? Да, пусть заходит. Сразу гильдию. И сразу же гэмы передайте на Darkstars. Заберет у Бибопа корону. Ну, в натуре я что-то недавно революцию устраивал. Чей шаман не кричит? Чей шаман не кричит? Самогон. Самогона, да? Варь. Давайте побыстрее как-то все делать. Давайте тут давайте фул бафы. Давайте там лапку, каску. Сейчас не понимаю, почему 4 хила не могло ее подхилить, короче. Ладно, я там танков пытаюсь хилить. Так мы перебегали, Рома. Она далеко. Друид должен метко, пока бежит, он на нее уже должен три хоты накидать. Так в смысле, она отпрыгом, что ли, не могла, или что? Да какая разница, на ней дебаф, ее дебаф убил, ее же не лужа убила.
Мне кажется, мне кажется, она там стака 4 собрала, да, если стояла ее так просадила. Стояла далеко, Ром, ты видел, где она стояла? Погодите, Ваня, пускай, короче, один анхолик, короче, во тьму пойдет, а зиппер зайдет на рогу. Да и какая разница, да, боже, гоу так, все нормально. Че вы привязали? Нет, давайте еще попробуем, подождите, все, успокойтесь, Вань, командуй, так бьем пока. Так пока бьем, давайте. Че там по бафам, давайте чек на пол. Чего-то нету. Каски, это чмо вонючь. На ком? На всем, давай, каски, идиот. Идиот! Голос сделай нормальный. Да, блядь, заткнитесь, вы уже заебали, педагоги. Честно, это был мальчик или девочка, только что? Да, подожди, я рыбу поем. Я мальчик. Не-не, это так только укорекал там или что это было? Это был злой, и он петух. Кто еще может укорекал? Полупидор. Это был оргазм. Цуго. Пуляй. Чек на пол. Сейчас, сек ману допью. Даун. Давай, начинай, Лика. Не пизди, Майри. Ну забирай, блядь. И хиль сам давай. Алло. Алло. Поклон, не начинай с притяжки. Да без разницы, просто если ты начинаешь с притяжки, то не мисс, а ЛП. Да я знаю. Ёлка через хвост. Бежим. Смотрим лужи. Стоишь, Ром? Вы отпустите кнопку в РК. Спел танка. Да. Бежим. Смотрим, лужа. Бреет. Вот сейчас все хорошо с напу. Потому что вы не можете нормально объяснить девочке, что делать. Я не знаю. ДК, заходи сразу. Дебилы. Заходим, рейд четвертый, оставайтесь. Стой. Так, сильно, давайте в квадратик застали, а то вас там сбреет нафиг. Сейчас в тупо дамажу. Заливайте им резерв. Дайте зон, кому там. Сейчас, друзья, войдут. Не горячи. Сейчас дам. Я готов. Жди. Заходи. Метки захиливайте, когда выносите. Давайте иннеры друида. Так, прицел тяни его на себя. Тяни. Вот так вот где-то. Видали? Там поклон скинь прицел. Да, сорян. Бля, с таким пиздец по мане сажусь. 51, после лезвия будем выходить. Сейчас будет метка, не залейте. Слава, выноси. Все, выходим в свет. Так, рост цвету. Цвет рост. Да, метку назад выносим. И дальше только на себя рубить. Не
Бежим. А грот, идите, и меня уже. Нормально. На станку. Беги, малышка, беги. Да блять, там эрдро вообще никакущего, нихуя не хилит. Могу в хэпал спекнуться, мне не сложно. Могу в эрдру спекнуться. Только в хэпал такой себе. Мы убили без кота, спокойно. И даже в одну ланку убили. Да нет, тут роги нет, один хант, трешкиваться не будет. Два АДК. Не, ну у нас был, короче, один сильный анхолик, это два сильных анхолика, понял? Тут хороший ретрик. Тут, ну, короче, я за шипы могу первый по трэшу быть, там, шипы, если нормально будет. Да, Валера, если зайдет, он 20-ху даст на трэше. Да, Валера, да, у нас вот есть Ваня Эрмак там на замене, если что, может кого-то подменить. Ну, там еще ДХ не сильные, они давайте уже не давайте мы любят. Друида отправим отдохнуть, он вроде там фуловый, ему ни шмот, ничего не нужно. Кощугу спекнем в эрдру. А кто ливнул в третьей группе? Кто он ливнул? Ему ходить надо. Ну вон рога у нас есть, пусть на рогу заходит этот Ваня и все. Или Джерри он вон пусть. Пусть Джерри он зайдет за кота, Ваня рогой, короче, а Кощугу в эрдру. Джерри он был котом, по-моему. Или Дессер вон котом. Там смотри, замен сколько есть. Бля, вы когда кого-то спать и кикаете, так пролагивает, пиздец. Дайте систы, пожалуйста, чек. Дайте шкаф. Можно Кощугу оставить в эрдру Дессера в кота. И попросить Мэрвела отдохнуть, раз он не хилит. Мэрвел, можешь там, ну, понимаешь сам, почему не хилишь? Не нужен шмот, а кольцо нужен. А кто это такой вообще? Это ж, ну, новенький какой-то. Андрей, я думаю, 6 я не знаю, новенький, не новенький, но, блядь, я так с ним помалюсь. А отгоните хил из тьмы, пожалуйста. У него 4 Т-10 нету, у него 3 Т-10. В этом траве он еще как-то более-менее разогнался, а в прошлом траве вообще пиздец был. Линканите хп со тьмы. А, так вижу. Я же линканул, вон. Так он не сильно от тебя отстает. Ну это в этом трае. Ну, блядь, в прошлом трае там он отставал, я не знаю, где-то, ну на пол ляма точно. У него спек какой-то кривой. Это я сейчас еще цепаки, типа, ну, не спамил, чтобы рейд прохиливать. В том трае вообще рейд не прохиливался. Дайте шкаф. А Джерри он где? На этом, на роге. Не знаю, я вот когда во тьму зашел, я, блядь, цепаки начал пускать, и то рейд поднять не могу, я в ахуе. Ходите, давай, зло, я зайду во тьму, а ты в свету останешься, я все подниму. Принеси Джерриона, пожалуйста, хилов там, Кощугу в пятую, Джерриона в третью. Да. Если нормальный друг будет, будет вообще похуй. Вань, перенеси, пацанов. А сейчас перенесу. Че, Дессер будет? Да, какая разница. Они оба в друиды сейчас обнимаются. Пускай Дессер в коте подамажит. Он постоянно хилом не играет. Дайте посилю рестор друидам, блядь. Че, ебать, наверное, ну ты охуеет, когда мы 8 раз убьем. Просто с Дессером во тьме там выживет ДК-6.2, Антох. Не в обиду тебя там, но с ним 100% он выживет. Не, ну мне кажется, с Дессером мне вообще нужно будет только волной хилить. Давай, Антоха, в кота обратно, Антошка, братка. Джон Лерой танчит свет, Дима. Давайте все тут дайте фулбафы. Если я упаду, то поменяйтесь местами. Чё? Пропал танчит во тьме? Нет, пропал светло. Кощуга, спекнись, пожалуйста, в кота. Кощуга, блядь, Поклонский, короче, начинает, сейчас заходит во тьму. Подожди. Поклонский сейчас будет танчить от Дарбей на второй фазе. Сука, пидоры, блядь. А чё вот этот ливает с гильдии? Чё, он обиделся? Какой? Ну вон пишет, ладно, рулем ливну с гей. А кто у него другие персы? Не знаю, кто это. У него в заметках написано Андрей Твинг. А чё и Андрей, непонятно. Не ливай, Андрей. Они все, кто их чаров кикнут. Почему кикнул-то? Ну, я б кикнул. Ну, во, видишь. Если каждый раз сливать... А есть у кого мамонт или лапу пароль?
Мэврил, даже не обращай внимания, у Ромы просто такие заскоки бывают, он что-то ноет. Давай, сходим за линейчик на пол. Мамонта дайте, пожалуйста, у кого есть мамонт. Ставили тебе мамонта. Джерион, ты сам как мамонт. Клёна, зипер, шампа не хватает. Не рыбы. Здорово, Влад. Дессер, я занял ник Леброн, короче, прикинь. Освободился. Серьезно? А, блядь, да. Это чистка была, да? Леброн Роман занял ник, понял. На русском Роман написан. Да, тут готовы. Серьезно? Да. Ник I love you на русском. Ой, на английском занял. Ник Гандон у тебя давно занял. Твоими дринками. Заходим за линию, ДК, готовься. ДК, начинай. Кулак коту. Дайте кулак коту. О, блядь, ебал ваш. Рома, дай кулак коту, заебал. Вы не будете. Ну, висит на нем кулак. Я ж кресты бахнул. Он на 10 минут мог бахнуть, но, блядь, не может. Бежим. Смотрим лужи, греет аккуратно. Приморозьте трэш, маги. Маги, приморозьте трэш. Ты ведь не там. Джон Лерой, не поворачивайся к ним спиной. Лужа, как Ромин пердак в диаметре. Отходим от Калиона. Бежим. Смотрим лужу. Вот все этот рейд. Не падайте. Так, Дессер, резай бекета. Дайте там по ней бафы, там крестобаф, каску дайте. Экстрим резай Дессера. Экстрим резай Дессера быстрее. ДК, заходи. Заходим в рейд. Сейчас во тьму зайдем, дайте по друидам крестобаф, каску и лапу. МПК дайте. Бафтайте крест тоже. Квадратик. Паладин, киньте руки Дессеру прямо сейчас. Это слишком трудно. На себя его покинь. Готов. Заходите. Поклонский сделает два шага на себя. Друиды, давайте инер своим шаманом, там Дессера можете залить. Волкер, дай гимн на ману. Не кричи, дай тотем. Пропускайте лезвие, сейчас ближе к морде выносите. Метки нету, играем так. ББ танк. Пятьдесят один, свет, готовьтесь. После лезвия будем выходить, портал не залейте. Давайте смотрим. Метка. Выходим. Я сдох. Прицел конь. Так, шам, хиль. Хиль, шам, резай клёна. Давайте, поверни чуть Калиона, на нас смотрит. Давайте, Рос. Подверни. Так, дайте все иннеры Аренате. Надо мне иннеры, Джон Лерой, дай каску по себе. Не спальте. Бежим. Присты бьем через взрыв свет. Дайте интеллект, маги. Лужа вред, аккуратно.
Не спальте. Свет, играем только по трэшу. Свет только трэш бьем. Рост во тьме. Играем как обычно. Криворучка, выноси. Смотрите за агров големов, маги там. О, ДК не Томина. Так, падает, бежим. Так, свет, играем только Халеона. Лужа в рейд. Давайте бьем пока Халеона. Все, играем по мелкому трэшу. Водитель идет справа. Бля, прости. Так, рез этих, блядь, пэров нету. Охуенно, блядь, хвостом еще так повернул. Заебись. Да, с хвостом станет, у меня тоже хвостом станет. Прицел. Но. Так он агро сорвал, я сталкил, там лужа, я начал поворачивать, меня убило. Тебя закончились? Тебя убило из-за того, что ты сильно повернул хвостом, нужно было сразу резко отвернуть его. Да и тоже робот встал под боссом, я его поддал. Да в смысле, я стою, где всегда стою. Перекур. Какой перекур, да время? Свету там нет диспетчика, сейчас тебя я снимал. Хилы в свету диспелят, там нельзя назначить никого из ДД в свету диспелить. А я забыл, я забыл. Ты ни одного рассеивания не дал. Прошлый он сам себя снял. Я, короче, пока диспелил с криворучки, меня застанило хвостом. Пока меня станило хвостом, упал прицел, короче. А ты, блядь, диспелишь, останавливайся, что ли? Я не пойму, где ты. Ну там ДКД ловится же. Я в таргет его пока беру, пока диспелю, возвращаюсь, стоит, стан хвостом прилетел. Ты не понимаешь, что это время проходит? Пусть Кай Ханта на меня напуливает, а Рога, блядь, на пули трэш на это. Да ну что ты чудишь, все ДК танчат нормально, ты... Он не сорвал с тебя агро, он мастаунт прожал. Не тормози. Да. Я не видел, я увидел, что босс повернулся, я таунт прожал. Он не может, ну он может с тебя агро сорвать, но это надо, чтобы ты прям вообще тупой был, а он ну, вжимал все, что может у босса. Я просто увидел, что босс в рейд повернулся и заагрил. Так просто протопал, тоже внимательно надо, типа выбираешь, когда таргет, то смотришь, кто в таргете, потом только жмешь мастаун, чтобы это не ДК был. Хотя я свой мастаун только в кота прожимаю или в холипан. Диппер, заходи. То есть тут можете фулл бафы потом накинул, не мог его найти. Давайте, что тут по бафам, чек на пул. Заходим за линию. Батлейс. Там админка, стыдись, что в чат пишите. Батлейс, заходи. Маги, заходите за линию оба. Все, давайте, все готовы, ДК начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Мерлин, выноси метку, захиливайте ее. Через космос возвращайся. Небеса в огне. Бежим. Смотрим лужу. Мерлин, выноси метку. Захиливайте у ней стахи. Слава, выносите исход, возвращайся с Халеона, отойдите.
Отошли от Халиона. Бежим. Смотрим, лужа в рейд. Дастер, выноси. Так, давайте, Свет, играем по мелким. Бейте мелких, ДК, прожимайся, заходи сразу. На рейд заходим. Слой в свету, тотем от огня. Заходите. Так, друиды, давайте иннерсом, шаманом. Пропускайте лес, я ближе к морде. Два, готовьте свет, после резы будем выходить, портал не залейте. 51. Смотрим, метка. Какая, выноси, выходим свет. Рост свету. Свет, рост. Злой, дай рост, твой цвет хилит. Почему он всегда в ответ сдох? Поворачивай, поворачивай. Экстрим, резко быстрее. Смотрим лужи, готовь сакру. Давай сакру, не надо сакру. Так, играем по трэшу. Скажите, когда можно будет друиду зайти. Свет, бьем только мелкий трэш. Рост во тьме. Рост во тьме. Там сейчас нет лезвия. Теперь есть. Теперь есть. РД больших, милики маленьких. Присты бьем через рыб. Играем по Халиону. Бежим. Свет, стоп, по Халиону. Свет Халиона не бьет. Ждем трэш. Лужа вред. Нормально. Давайте только по трэшу играем. Криворучка. Блять, ну... Дайте ему иннеры. Присты... Так, локер, дай гирноману. ЗЗО, давай тотем. Свет играем. Через свет играем, как обычно. Рост во тьме. Там был рост уже. Почему ты пишешь, что нет? Свет играем по Халиону, тьма стопайте. Тьма стоп. Два мира играем как обычно. Свет играем по Халиону. Его просто нереально пробивает, вообще нереально. Прицел. Я посреди, короче, босса, вынужден остановиться и кастовать. Самому ты на кого ролишь? Это ЗЗО, это кто? Шок кидай. ЗЗО, это злой. Ну, шок у меня, ты понимаешь, я кидаю шок, бегу, и у него 20 хп, короче, в этот момент. И я останавливаюсь и кастую. Я, если что, на Калифорнике ГП получу. Выключи админку, они не могут говорить, короче, понимаешь? Не буду выключать, когда начинается, выключается админка, там срач начинается. Так ты скажи им рот закрыть, и пусть закрывают, и все.
То есть ты тут первым по стрекателям. Ну, потому что админка против меня не помогает, видишь? Прицел, можешь, пожалуйста, спекнуться в ДД, сменить власть и шмот и спекнуться обратно. Короче, моему ДК это помогает. Там его не пробивают, его всего-навсего 800 тысяч полученного урона, да, на 20% босса. Ну, короче, его бьет, знаешь как, его не то что часто бьет, его сильно бьет. Вот я тебе говорю, у него там 40 тысяч хп, я кидаю шок, у него 50 тысяч, я бегу, у него 20 в этот момент. И такое, ну, несколько раз, короче, я уже дважды останавливался, дважды хилил его из-под босса. Сейчас, пока я хилил его, началась у меня лужа разливаться. Так, ЗЗО это злой? Да. О, ура. На кого ты хватает, как получается? Блядь, протопал, видишь, меня трэш бьет. Ну кинь мне боб, блядь. Я не могу остановиться. Да ты можешь отбегать от трэша, короче. Так я отбежал, там лужу вот сейчас вот на последнем, блядь. Ну просто. Ты заранее беги далеко. Если бы я сейчас еще от трэша стоял, короче, там... Ну, проблема еще в том, что сильно, да, трэш срывается, приходится далеко бежать. Из-за этого чуть время не хилишь прицела. Я считаю, что Джерри он не напуливает. Не, в 4 танка сложнее будет. Там если кто-то не хочет ДП фармить, можете... А, уже не. Ладно, давайте кушать рыбу. Иван. Чё? Как я могу сказать, чтобы друид заходил во тьму, если я не могу говорить? В чате написать можно. Бля, есть рыба, ребята? Вот я дамажу, я не могу писать в чате. Сука, блядь, сели на нее жирные, блядь, совы нахуй. Короче, да, там он есть. Не хочет ДП фармить, можно вас заменить. Как бы тебе сказать, это моя рыба. Дайте лапку. Я пожимаюсь, блядь, нормально, я хуй знает, что это. Не, а нормально. Может быть, я на БДК зайду. Да нормально с прицелом все. Бывает, да, блядь, просаживает, но а так, в принципе, захиливаемо. После рейда потом найду, чек на пул, заходим за линию. Может, тест рассвет? Да, конечно. Давайте, если готовы, БДК начинай. Бежим. Отходим от Халеона. Бежим. Смотрим лужи. Бреет. ДК, заходи сразу. Заходим. Реворучка. Ну, метка, реворучка, говноручка. Фу, Джерри. Сука, если бы сдох, блин, 5 копеек было. Я бы с тобой ПТ больше никогда не пошел. Готово. Подождите. Мерлин, выноси, заходите, заходите. Правее, че 5 лили, ладно, дисперсий хер. Бля, я подлагивать начинаю.
Друида, давайте не за всем шаманом. Плоский хлеб на то шага на себя. Пятьдесят два света, готовьтесь, после лезвия будем выходить. Выходим. О, я фридом отдал. Жмай был, зачем ты кинул? Рост цвету. А следующий твой фридом. Поворачивай на рейд. Готовь сакру. По команде. Смотрим лужи. Лужа, нормально. Свет, играем только по трэшу, рост во тьме. Рост во тьме и только по трэшу. Раз ты тут иди, подведи. Не надо скидывать их старфолом. Свет, бейте Халиона. Хиль. Бежим. Свет бьем только Халиона. Свет стопайте. Тьма стопайте. Тьма стопайте. Мелкие на этом. Тьма играйте как обычно. Свет играем по трэшу. Стой, не отводи так далеко, ты уже сильно отвел. РДД пейте больших, милики маленьких. Там пардера выноси. Так, тьма, стопайте, свет играем по Халиону. Ты сильно далеко отводишь, мелкий. Бежим. Тьма, стопайте. Лужа в рейд. Так, два мира, как обычно, свет играем по трэшу. Свет по трэшу. Свет не бьем Халиона вообще. Свет только трэш бьем. Дай хиллер, Аршан. Волкер, давай хим доману. Ставь тотем. Злой, тотема от огня нет, злой. Так я поставил, смотри внимательно. Свет, бежим. Волкер, беги. Лужа в рейд. Лужа в рейд коварная. Так, экстрим, резай криворучку. Аренат, аренат, резай. Я встал, встал. Свет, играем только по трэшу. Свет, только по трэшу. Не умирайте. Есть там БР, у кого-то резать и войда. Растут, растут, отведи ДК. Че, паладин, отведи. Кипьте Дарбейна. Гимн на ману в свету. Так, Рубику сдай на ману. Свет, добейте большого мелкого. Все, играем по Халиону, свет. Где он, блядь, не вижу. Бежим. Джерион, ты тупой! Дима. Ладно, закрылись. Свет, тьма не бейте. Тьма не бейте. Свет, играем только босса по трэшу. Босса добьете 8%. Бейте босса. Блин. Дайте гимны на хп, бейте Халиона. Гимны на хп, бейте Халиона. Бейте Халиона. Свет, прожмитесь, дайте каплю на Дарбейна. Трэш мелкий не бейте, дайте каплю на Дарбейна, добивайте Халиона. Два лимона осталось. Я сейчас в свет выйду. Выходи. Смотрим, сейчас метеор будет. Где-то к танку сместитесь, к танку сместитесь. Да, Дарбейн, тащи Халиона к себе. Тащи Халиона к себе. Упал, упал, добивай. Лови, лови, лови Халиона. Джон Лерой, лови Халиона. Гол, блядь. Дима, ты такой конь, отвечаю.
Так он ДПС дает, видите, топовый тип. Хуесос! Хуесос! Мерлин никогда такого не делал, да. Мерлин нормальная, потому что. Да дает ДПС, красавчик. Молодец. Ой, блядь, короче. Ебал, у меня под 50% больше пробивает, чем по 70% на реальности. Да у нас 60% постоянно в светочку. Это была 8-я RS-25 гер. На КД. Ура! 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 Чего? О, я, короче, растите меня, короче, сейчас заберу лут из деревню, наверное. Давай, Иван. Давай. Всего добился, да? Увидимся в крутах. Да, увидимся в крутах. Так, не резайте варенька, ждем, пока лут пропадет. О, нормальный лут. Рольте миличешку. Да забирай себе, что ты ее ролишь вообще. Натуре. Им не надо, забирай. Да нет, по ЭПГП, диплом, пардиоры. Рольте, пожалуйста. Только бы не Ваня. Ваня, в смысле, не надо, у тебя выбор. Вроде как чешка лучше выбора. О, да я выиграл, ёпты. Да. Нихера себе. Есть чешка, Рима. У тебя есть, пусть паладин ролит. У меня есть чешка. А, у тебя есть чешка, ну ладно. Надо кому-то шею. Не надо. Аня, забирай. Не кидай. Не надо, говорит. Ваня за страдания. Я что-то рвал жопу, надо? Тут захиливал. Ваня последний по дамагу в свету. Говорит, за страдания. Ты бы еще за фотографии. Давай мне тапочки на танк получи. Че, забрал? Тапочки на танке. Не, отдай это шею себе бери, а Поклонскому отдай тапки. Так Поклонский по мейну или на офф ролит на танка? На офф. Подождите, я тоже на офф хочу там тапки порулить. Поклонский на мейн как на танк ролит, то он на офф ролил на ДД. Так а зачем ты ему отдал? Забирай себе и шею, тогда может ты хоть дамажить когда-нибудь будешь. Как шею я и так себе забрал. И Вася такой. А, стоп, я Поклонскому отдал. Ты шею Поклонскому отдал, да? Поклонскому отдал. Вань, собирай ВК теперь. Ну не, я ВК тактик не знаю. Я тоже не знаю, нормально сегодня прошли 40.